Привет-привет! Ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы отправимся в отпуск вместе с доктором Пандой. А ты хочешь посмотреть, куда он поехал? А вот и наш доктор Панда. И кажется, он на корабле. Почему не в подобающем виде? Ух ты! Смотри, как много здесь островов! Здесь можно ездить по кругу и высаживаться на разные острова. Давай посмотрим сначала, что у него есть на корабле. Даже бинокль есть. Убери уже свою шапочку. Так. Ой, ты что делаешь-то? Что-то он любит у нас побаловаться. Ой, кажется, наш корабль прибыл. Давай посмотрим, куда же мы приехали. А вот и первый остров. Смотри, как здесь интересно. Здесь есть разные животные, и с ними можно играть. А эта девочка куда отправилась? Интересно, почему она плавает одна? Смотри, что еще я интересного увидела. Здесь вот какой-то червячок спрятался. Даже два. Так, а здесь-то? Ой, вот они. Так, а я предлагаю поставить вот этого дядю покататься на серфинге. Смотри, как здорово у него получается. Что? А доктор Панда-то у нас не пришел? Где же он? Давай посмотрим. А вот и он. А еще возьмем сюда кого-нибудь из друзей. Давай возьмем бегемотика. И вот эту вот коробушку. Пусть они вместе с нами поиграют. Смотри, коробушку посадим. Пусть она позагорает. Не хочет загорать? Так, а здесь что? О, мы нашли клад! Как же это здорово! Так, где-то ключик здесь был. Вот он. Смотри, как много всего тут интересного. Даже бриллиант есть. Здорово. А интересно, что в той коробочке? А, это наряд для нашей девочки. Здорово. Смотри-ка, она решила покататься на парашюте. А ты когда-нибудь катался на парашюте? Так, кстати, мы же забыли переодеть нашего доктора Панду. Как-то он не соответствует здесь внешнему виду для отпуска. Так, уберем его кофточку и подберем ему наряд. Самый красивый. Его, конечно, можно и в платье надеть. Да, кстати, платье ему идет. А может быть, это у нас будет девочка-панда? Ух ты, пандочка, угощайся пиццей. И ты, бегемотик, угощайся. И одевайте плавательные очки. Пойдемте сходим, поплаваем. Так, а где тут плавать? Сейчас поищем. А слоник решил стать спасателем. Здорово. Как же весело в городе доктора Панды. Вернее, не в городе, а на каком-то острове. Давай угостим всех ребят вкусным мороженым. Ведь все так любят мороженое. А ты любишь мороженое? Ой, Хрюшка. Ну-ка ты лучше его съешь. Отлично. И доктора Панду тоже угостим. Снимай свой шлем. Я предлагаю, знаешь, куда сходить? Вот сюда посмотреть, что же там. Ой, ты что, червячка с собой взял? Нет, мне показалось. Смотри, наш пандочка умеет плавать в круге. А это что за затерянный остров? Давай отправимся туда и посмотрим, что же там такое. Ух ты, наш пандочка под водой. Разве это так бывает? Давай их переоденем, чтобы они могли дышать под водой. И им было не страшно. Так, а это что такое? Ага, тут еще девочка какая-то есть. Даже две. Как же много здесь всего интересного. Смотри-ка, ой, что это было? Я испугалась даже. Так, я где-то видела ключик. Ребята, вы видите, где здесь ключик? Мы нашли сундук, но я не вижу ключика от него. Куда? А, вон он куда спрятался, за рыбку. Давай посмотрим, что здесь интересного. Здесь есть пиратский наряд. Здорово, давай кого-нибудь нарядим. Так, ну давай доктора Панду нарядим пиратом. Пусть он будет пиратом у нас. Смотри, какой стильный и красивый. А еще здесь есть сокровища. Так, а я предлагаю пирату отправиться на пиратский корабль.
Ведь у пирата всегда должен быть корабль. Так, а здесь... О, ничего себе, тут даже можно пулять из пушки. Здорово-то как. Ну-ка, давай еще раз. А больше нельзя, что ли? Очень жалко. Смотри, как много интересного здесь. Есть даже разные интересные рыбки. Здорово. Ну давай отправляться наверх. Посмотрим, где еще мы не были с доктором Пандой. Ой, доктор Панда, ты где? Кажется, он не хочет оттуда выходить. Ладно, я предлагаю отправиться на корабль. Может быть, здесь уже доктор Панда? Нет опять, да что ж такое-то, выходи давай сюда. Теперь это будет пиратский корабль. Ух ты, да здесь еще и вкусняшки есть. Смотри, как много интересного и вкусного здесь. Я предлагаю угостить малышей, а то они, наверное, здесь уже засиделись. Держите, пожалуйста, вкусняшки. А мы пока сходим наверх и посмотрим, что же там на верхней палубе. Ух ты, да здесь бассейн! Здорово! Смотри, как наша девочка скатывается с горочки. А это кто такой? Откуда здесь осьминожка? Она может плеваться водичкой. Давайте всех ребяток посадим в круги. Вернее, в круги. А то ведь это очень опасно так ездить. Отлично! Вот теперь они в безопасности. А еще здесь есть водные пистолетики. Смотрите, они стрелять умеют. Здорово-то как. Давай поищем еще один пистолетик. Ой, по-моему, больше нету. Смотри, а тем временем наша осьминожка стала плеваться весело водой. А курочка здесь что делает? Курочка, ты что, умеешь плавать? Нет, по-моему, не умеет. А я нашла еще один пистолет. Кому пистолет? Вот, девочка хочет поиграть в пистолетик. Ну плыви вместе с кругом, опасно ведь без круга-то. Отлично. Давай посмотрим, что еще здесь есть интересного. По-моему, больше ничего, только вкусняшки. Угощайтесь, ребята, вкусняшками, а я пойду вниз. Посмотрю, чем занят наш доктор Панда. И смотрите, не скучайте тут. Ой, это что такое было? Это, кажется, акула была. А здесь осьминог мешается. Ну-ка, ну-ка, уходи. Так, а это что за люк? Жалко, туда зайти никак нельзя. Тут еще какая-то спа-комната. Это что вообще такое? Ух ты, да тут много всякого интересного. Посмотри, тут разные процедуры и грязевые ванны. Здорово. А девочка просто сидит в джакузи. Ей очень нравится. Но дядю давай наденем халатик. Ой, кажется, мы выбросили в мусорку что-то. А здесь что за малыш? Ты что здесь делаешь? Купаешься? Тебе, наверное, очень весело. Ну-ка, ты что закрылся-то? Одному не надо здесь купаться. Вот, отлично. Так, ой, я совсем забыла. Мы же шли куда-то. Ой, уходи, баночка. Ладно, пусть они здесь отдыхают. А мы же хотели посмотреть другие острова. Чуть все не пропустили. Где же там еще у нас острова? Давай отправимся в путь. Доктор Панда, давай рули. Отлично. Ух ты, а это что за остров? Это какой-то игровой остров. Смотри, как много здесь всего интересного. Здорово. Ребята, а как вы любите отдыхать? Может быть, вы любите ходить в походы или ездить на море? А может быть, вы живете даже на море? Я предлагаю девочку угостить вкусняшкой, а доктора Панда пусть немножко полежит и отдохнет. Ведь он так устал. Так, а здесь что? Горочка! Здорово! Смотри, как весело кататься с горочки. Давай позовем еще ее друзей. Ой, ты что, с пистолетиком прибежал? Как же забавно! Так, а там еще что-то наверху было интересное. Ух ты, смотри, что делает эта девочка. Она катается. Здорово. Давай дадим ей сачок, пусть пока половит птичек. Ой, каких птичек, бабочек же. Держи давай.
Отлично! И лови бабочек! Смотрите, у нее получилось с первого раза! И она поймала самую красивую бабочку на этом, в этом парке! Пока доктор панда спит, покатаем других ребяток! Смотрите, как весело нашей кошечке! Давай, спускайся вниз! Посмотрим, что здесь еще есть! Ой, вот еще какая-то девочка! Смотри, у нее есть круг, и в нем можно качаться, как на качельке. Да, я бы тоже прокатилась на такой качельке. Вернее, покачалась. Стоп, а мальчик что-то не хочет никак скатываться с горки. Ладно, давай посмотрим, что еще тут можно сделать. Ой-ой-ой, я чуть не ошпарилась. Ой, доктор Панда проснулся. Привет-привет, доктор Панда. А мы тут уже немножко поиграли. А еще мы хотели посмотреть, кто здесь ловил рыбку? Может быть, ты поможешь нам ловить рыбку? Так, посмотрим. А дядя решил следить за ней. Что? Это что такое мы поймали? Что за такое? Шоколадка? Откуда она здесь вообще? Яблоко? Да откуда эти вкусняшки под водой? Девочка, слазь вниз уже. Хватит там наверху сидеть. О, смотри, мы закрыли водопад и нашли какое-то колечко. Здорово, давай подарим его девочке. Ведь девочки любят украшения и всякие колечки. Так, ой, здесь даже огнетушитель есть. Давай попробуем затушить огонь. Здорово, смотри, он даже работающий. Как же это круто. И немножко покормим нашу коровушку. Так, а что, там ведь еще какой-то остров был. Совсем про него забыла. Там же самое интересное осталось. Так, доктор Панда у нас остался там. Ну давай, помощник, отправляемся дальше в путь. Смотри, там тебя пингвинчики ждут. Ой, это интересно, что за остров? Ух ты, как здесь много всего интересного. Тут есть даже горки, а вот и малыши. Давайте посмотрим. Здорово, смотри, как малыш скатился с горки. А здесь что можно делать? Так, посмотрим, посмотрим. Может быть, им клюшки дать? Они... Ух ты, они могут играть в хоккей. Где вторая клюшка? Держи. Смотри, как им весело. Они играют в хоккей. Такие забавные. А доктор Панда? Может быть, он тоже хочет? Приходи к нам. Отлично. Давай друзей позовем. Ой, с водичкой-то не надо было здесь кататься. Смотри, как весело им всем. Они очень любят играть и веселиться. Ой, спрятался. А ты убирай свою водичку. Ой-ой-ой-ой. Водичку убирай, с водичкой здесь играть не надо. Иди вон пока рыбку поймай, полови. Здорово. И одевай солнцезащитные очки. Так, рыбка не ловится. Ладно, лови еще, я пойду посмотрю, что делает доктор Панда. Ух ты, он решил тоже скатиться с горки. Такой классный. Так, а здесь что у нас такое? Так-так-так, давайте вот этого малыша возьмем. Уберем у него мячик и поставим на скейт. Вернее, на доску, сейчас посмотрим. Ой, ой-ой-ой, ты что уехал-то так быстро? Так, садись тогда вот пока сюда. Здорово! Как же много всего интересного! Ребята, а вы любите кататься на лыжах? Или на тюбингах? Кстати, смотрите-ка, здесь еще и тюбинги есть! Да доктор Панда опять уехал! Что же это такое-то? Смотрите, а кисонька катается на тюбинге! Как же это весело и прикольно! Но я думаю, что кто-нибудь может захочет покататься на скейте! Но вернее на доске. Сейчас поищем. Вот же они. Вставай на доску. Ой, еще разок. Отлично. Ну-ка, посмотрим. Ух ты, она даже подпрыгнула. Какая же она ловкая и умелая. Теперь, я думаю, им надо сесть и погреться. И съесть какую-нибудь вкусняшку. Так, а ты садись греться в этот домик. Или ты иди грейся у огонька. Доктора Панду отправим в дом. Пусть он сидит и отдыхает.
и угостим его вкусным тортиком. Ведь он так много сегодня путешествовал. Так, и этого малыша, конечно, тоже, отправим домой. Садись на стульчик. Не хочешь? Ты хочешь стоять рядом с мамочкой? Ну ладно. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. И пишите, кому нравятся игры про доктора Панду. И какая игра у вас самая любимая. Всем пока-пока!